Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру The Walking Dead The Final Season, эпизод 3. Ну что, продолжим. Как думаешь, много нам Джеймс ходячих соберет? 15, 100, 1000? Клим, я не... Рана. Как будто у меня внутри кто-то щипается. Here, let's Давай rest отдохнем a second. Здесь минутку. Мы с Эй-Джеем топаем к Джеймсу за помощью. Надеюсь, он нам поможет вызволить наших ребят. Клим. Клим. I keep thinking. Я все думаю. When Willie когда Вилли нес stuff всю эту чушь про Тена, я так разозлился. I got so mad. He was being mean. Он вел себя гадко, а Тена там даже не было, чтобы за себя постоять. Я хотел сделать ему больно. Я знаю, что так нельзя, но постоянно думаю об этом. Мне просто хочется проломить ему голову. Думай, но не делай. Злиться на людей нормально, с этим ничего не поделаешь. Но не надо давать волю своим желаниям, хорошо? Не иди у них на поводу. Никогда. Ладно. Я сильный. Я могу контролировать свои действия. Но не свои желания. Знаешь, я думаю... Наверное, я и на Тэна злюсь. Что такое злой-то? Бежать из укрытия, когда Лили напала на школу, было очень глупо. Он просто не знает, что мы, что знаем мы. А потом Вилли стал на него орать, вместо того, чтобы научить. Почему другие дети не знают то, что знаем мы? Если есть план, то надо ему следовать. У них было убежище. Но нам пришлось тяжелее, чем другим детям. И всему, что знаем, мы научились на своих же ошибках. Да, наверное. Но ошибки Тена просто жуть. Может, он тоже научится у них, как мы. Странно, почему люди такие разные, особенно в школе. Это же интернат для трудных подростков Эриксона. Трудных подростков? Трудности? Это плохо. Значит, они делают плохие вещи? Почему? Ну, sometimes they do them because иногда они делают плохие вещи, потому что с ними случаются плохие вещи. Я знал одного врача, когда ты был совсем маленьким. Он называл это травмой. У тебя тоже есть травма. Ну, знаешь, ты не любишь, когда у тебя кто-то за спиной. Мне не нравится моя травма. Я хочу от нее отделаться. И как мне от этого избавиться? Мне даже слово это не нравится. Можно врезать ей по зубам. Right, у нее есть зубы. Я хочу сказать, like что со всем world, в мире можно бороться, и с этим тоже. So, то есть это как управлять гневом? Exactly. Да, почти. Тогда я смогу. Like они мне все еще нравятся. Like наверное, больше всех мне нравится Тен. Хоть он Even и делает глупости. Вообще, кажется, он мой первый настоящий друг. Да, ну, я думал, я твой первый настоящий друг. Да, но это не считается, ты старая. Вовсе нет. Ладно, тогда он мой второй настоящий друг. Второй первый настоящий друг. Интересно, а где они собрались искать Джеймса? Так, первый есть. Может попробовать их отвлечь, чтобы не расстраивать Джеймса. Ну пойдем попробуем пробиться. Ну не хотелось бы убивать их. Он же просил тогда камнем их напугать. Но Джеймса тут не видно. Джеймса нет, только монстры. А вот и Джеймс. Ты ранен? Это сделали рейдеры? Мне кажется, у них были твои друзья из школы.
Why are you here? Вы что тут делаете? Те дети, которых ты видел, мы идем их спасать. Но для этого нам нужно, чтобы ты помог расшевелить ходячих. Возможно, я мог бы помочь, но моя маска осталась в лагере, в сумке. Без нее не смогу пройти сквозь стадо. Хорошо, мы достанем ее. Пожалуйста, только не убивайте их, ходячих. Если вы сможете их отвлечь, я проберусь мимо и найду свою маску. Отвлечь их всех? Please. Если сможешь. I'll try. Я попробую. Блин, Джеймс. Как ты так мог ее потерять? Чтобы выполнить поручение Джеймса, оглушайте ходячих, используя только Б. Удерживайте РБ для бега. Ну, давай попробуем. Блин, так... Так она же будет оглушать ненадолго, вы чё? Прикалываетесь, что ли? Сколько их тут? Я же не отобьюсь от всех. Ну-ка, иди сюда. Да блин. А как мне от них отбиваться-то? Я в любом случае парочку закалю. Беги, беги, беги. Джеймс, это невозможно. Да вы прикалываетесь. Ёлки. Не знаю, сколько я еще смогу продолжать в том же духе. Нашел свою маску? Не могу ее найти, должно быть в лошади. Да. Блин, надо бежать. Эй, сюда! Блин, эй, Джей, ты что делаешь? Нет, их слишком много. Телега, если толкнуть ее, шум их отвлечет. Блин, эй, Джей, дурачок. Джеймс тоже дурачок, мог бы таскать маску с собой. Джеймс, не придется его убить, если он нападет. Надеюсь, он не заметил, что я убил одного. Это было просто. Эй, Джей, ты в порядке? Yeah, no bites. Да, укусов нет. You kill the ones you have to. Ты убиваешь, когда это необходимо. I can't blame не you for тебя that. За это винить, правда? Not really. Заметил. Но хотя бы не обвинил. Что там? Thank you. For helping me get this back. Спасибо, что помогли вернуть мои вещи. Now, how will walkers save your friends? Итак, как ходячие могут спасти ваших друзей? Их держат в плену на лодке недалеко отсюда. Мы не можем пробраться туда без прикрытия, иначе рейдеры нас пристрелят. Использовать ходячих как прикрытие, чтобы пробраться на лодку? Это же безумие. Это наш единственный шанс. Давай, друг, помоги нам. Мне нужно кое-что вам показать, so you can understand чтобы ты поняла, о чем именно просишь. Джеймс! Джеймс! We still need his help, right? Нам все еще нужна его помощь, да? Yeah, we да, do. Нужна. Ходячий. Я понимаю, что нам придется иметь дело с ходячими. Можем идти. Just a little further. Еще чуть-чуть. А что ты без своей маски? Ты не боишься? Что это за место? Какой-то старый сарай. Следовать за Джеймсом. А куда он ушел? А, он там у входа. Ну, если мне дают осмотреться, значит, здесь есть что-то интересное. Ух ты, трактор. Отсылка к первому сезону. Что это интересно за поселение? Или это склад? Или амбар? Может быть, ферма? Ты что-то там нашел? Эй, Джей, взглянуть на солонец. Это для лошадей. Клем, что это?
It's called a salt lick. Это называется солевой лизунец. Лизунец. Помню, как salt lick. Клементина попробовала его. Well, maybe it's actually good. Может, он вкусный, как чипсы, но они ведь соленые. Those are salty, не лежи его. Whatever you do, ни в коем don't lick it. It случае не лежи его. Вкус просто wait, ужасный. Откуда ты знаешь, ты его лизал? Did you lick it? Да. I don't know. Ну, не знаю. Она попробовала его в первом сезоне. Я это запомнил. И, по-моему, ей не очень понравилось. Что там интересного? Взглянуть на конюшню. Doesn't look like there's been похоже, a horse лошадей тут давненько не было. Флюгер с лошадью. Прикольно. Что еще интересного здесь есть? Может быть, какая-нибудь безделушка, которая пригодится в мою комнату? Ну, или типа секретика. Взглянуть на опору ЛЭП. Must have had electricity here тут определенно было электричество. Ну как бы да, логично. Если опора ЛЭП стоит, значит здесь было электричество. Взять маска. Что-то такие я нашел. Что это за маска? Томат? Битник. Свекольник? Что это? Дружок диска брокколи из капустника. Обалдеть. И Джею это понравится. Ладно, Джеймс, пойдем. My people, мои люди, my former мои бывшие people, люди, у них был обычай. They had a practice. They called it. Они называли его collecting. Собирательством. Что там? Ходячие. Что это все значит, Джеймс? Это же просто ходячие. They use them as a weapon. Их превратили в оружие. Я пытаюсь защитить их. Знаю, что звучит странно, но за этим я вас сюда и позвал. Хочу, чтобы вы увидели их моими глазами. Как людей. As people? Как людей? Well, not people exactly. Не совсем людей, конечно, но... But something in between. Что-то среднее. Part of us is still часть in нас there. Все еще где-то там. Deep down. Где-то глубоко внутри. So few of us die anymore. We turn. Хотела бы not я в это dead, поверить. Not alive. I wish I could see it that хотела way. Бы я верить в это. It'd be nice to think приятно that было everyone бы думать, что isn't actually gone. Все не совсем умерли. In a way, в каком-то смысле они просто lost. Заблудились. Do you really think ты правда думаешь, что в чудовищах живут люди? Somewhere. Раньше я тоже так думал. Yes. Think about it this way. Вот о чем, дорогие тебе люди превращались в ходячих. Клим's friend. Ли. Друг Клим. She let him. Она дала ему обратиться. Потому he что он was был ей слишком дурак. Do you really think? Ты правда думаешь, что от него ничего there's не осталось? Nothing left of who he was. Блин, он, наверное, бродит сейчас где-то. Может, что-то и осталось. Maybe. I guess не знаю, наверное, nice приятно to думать, что часть того, что делала Ли, еще жива. Even if it's not даже the way если he он was совсем before. Не тот, что прежде. I think so too. Я тоже так думаю. I lived among walkers я годами for жил years. Среди ходячих. Still в каком-то смысле живу до сих пор. When they're alone. Вдали от нас они безвредные, невинные. Innocent. If you want my help, если хочешь, чтобы я вам помог, I need you to try and walk попробуй with прогуляться среди них. Then tell me if you really believe попробуй потом еще сказать, что они просто monsters. Монстры. Да ты прикалываешься. Они просто монстры. They're not people, они не люди и не друзья. Клим. Клим. She'll be safe, I promise. This isn't smart. It's too dangerous. She just needs to move as they do. Главное, спаси меня, если что. If it gets bad если there, дела пойдут плохо, ты меня save, спасешь. Okay? Договорились? Can you do that? I... Yes. Да. Я всегда приду тебе на помощь. I'll always protect you. I know you will. Я знаю. Не знаю зачем, но я согласился. Иначе Джеймс нам просто не поможет. Но мне кажется, ничего человечного в них не осталось. The first rule первое правило, is мы не ходим alone. Поодиночке. I'm not leaving я тебя не брошу. I'll be right сейчас back. Вернусь. Check the windows. Проверяем окна. I will. Да. Don't let fear take over. Не дай страху победить. I will. Хорошо, I так promise. И сделаю.
Он учит меня моими же словами. The mask will disguise your scent. Маска не даст тебя унюхать. Веди себя тихо и аккуратно. А маска что? Защищает только все тело? Прикол. Говорит, тронь за колокольчик и увидишь, что будет. Коснитесь ветряного колокольчика. Блин. На самом деле жутковато. Может, не прокатит? А если они меня цапнут? Ёлки. Вы же меня не видит? Вы же меня не видите? Эй! Подоки! Палки. Это стрёмно. Здрасте. Не подскажете, как пройти в туалет? Блин. Они все на меня смотрят. Смотри, смотри, они между собой дерутся. Капец. На что я пошел, блин? Твою мать. Ой, блин, уйди от меня, тварь. Куда вы все прете? Дядька, уйди с дороги. Колокольчик, вашу мать. Серьезно? Дядь, а дядь, дай дернуть колокольчик. Блин. Главное, чтобы они меня не сцапали. Все нормально. Они просто идут на звук. Это логично. Это просто зомби, которые слышат звуки и идут к ним. Нет, я не верю, что в них осталось что-то живое. Наверное, не стоит говорить об этом Джеймсу. Эй, привет, малыш. It's all right. Все хорошо, в норме, видишь? No bites. Никаких укусов. No bites. Никаких укусов. So, ну что, все еще думаешь, что они просто монстры? Just monsters. На самом деле, да, Джеймс. Now that you've seen them at peace, any different at all? Блин, даже не знаю, это монстры. Yeah, I do. They're still just monsters. Просто опасные штуки, которые хотят нас убить, которых мы должны убивать. That's what I thought you would say. Я знал, что ты это скажешь. It's what I would have said too. Я бы тоже так ответил когда-то. Have you ever killed a walker before? Когда-нибудь убивал ходячего? I have. Убивал. И не раз. Many. Джеймс, ну, я должен был открыть тебе правду. А людей ты убивал? Many. Убивал. But that was a long time ago. Но с этим покончено. I've killed someone before too. Я тоже кое-кого убил. Эй-Джей. You've killed someone? Ты кого-то убил? But I was justified. Он это заслужил. I see. Ясно. That's enough. Хватит. What about the walkers? Что с ходячими? Are you going to help us save our friends? Ты поможешь нам спасти друзей? I thought I could. Я собирался, но не могу. Слишком много ходячих. So many walkers would die. Что ты за них так печешься, а? Oh, the death this would cause. I'm sorry, Clementine, but I can't have more blood on my hands. Жизни ходячих важнее человеческих? Давай уточним, если бы тебе пришлось выбирать между жизнью человека и ходячего, что бы ты выбрал? Walkers are peaceful. Ходячие мирные люди. Humans. My friends are alive. Мои друзья живы. Не вроде того и не может быть. They're trapped and they're их схватили, они испуганы. Им нужна моя помощь. Давай, Джеймс. I may be stubborn. Может, я и прямой, на сердце у меня есть. Это хорошо. Значит, ты нам поможешь? Those raiders are cruel. Эти рейдеры жестоки, они заставляют всех быть такими же.
And even if your friends think like you, если твои друзья думают как ты, никто этого не заслуживает. It'll take some time to guide them through the forest to the shore. Через лес к берегу. Others will join the herd as they go. Больше и больше, пока они наконец не станут стихийным бедствием. Да, в комиксах они тоже так делали. Завтра нужно быть готовы, обратной дороги больше нет. Они целые потоки надвигали на поселение и гуляли среди них. Ну посмотри, они же просто зомби. Ничего особенного. Постараюсь не разочаровывать тебя и не убивать их. Это была вынужденная мера, по крайней мере. Давай, Джей, вернемся, пока не совсем не стемнело. Я еще не видел никого похожего на Джеймса. То есть он крутой, не такой, как ты, конечно. Он не убивает монстров, но и не боится их. Ну, нормальный парень. Он крутой, говорит ей Джей. Руби? Hey, Clem. Слушай, Клем, Вилли поделился со мной планом. Как дела с тем типом? Джеймс. Ты про Джеймса? Он согласился помочь. Если бы мне кто-то сказал, что мы полезем на лодку, прежде стая ходячих, я бы назвала его сумасшедшим. Зачем они тебе? О, ну что ж, я просто хотела устроить последний фест перед большой дракой. Плохое слово? Что такое фест? Ну, это неплохое слово, наверное. Меня так называют большие вечеринки. Да. Знаю, странно устраивать вечеринку. Но нужно как-то взбодрить народ. И поскорее. Другого шанса может и не быть. Я хочу приготовить всем чай. Можешь одолжить мне свой нагреватель? Блин, как-то странно. Что мне делать? Нужно приукрасить старую музыкальную комнату. Сделаешь нам какую-нибудь яркую висюльку? Ладно, буду художником. Поделать столько людей. Ваших друзей забрали, а вы вечеринку устраиваете. Странные. Я сделаю декор. Декорации. Для пати. Ладно, я за нагревателем. Но он же где-то здесь был. Разместите здесь коллекционные предметы перед уходом. Давай осмотримся для начала. Повесить кроличью лапку. На удачу. Кролики приносят удачу только лапки. Взглянуть на кроличью лапку. Удача бы нам пригодилась. Так, возьмем кофеварку сразу. Но уходить пока я не буду. Клем, я все, посмотри. Одну секунду. Сейчас я дойду до тебя. Подожди, Эй-Джей. Так, положите себе кольник. Как его зовут? Битник. Битник. Забавно. Do you even get what ты the joke хотя бы понял шутку? Нет. И ржет. I'm gonna show him the tin, я попозже покажу его Тену. Блин, странно, что мы вообще посреди непонятного сарая нашли... Вернее, рядом с сараем нашли какую-то игрушку. Гордость школы. Go, Erickson. Давай, Эриксон. Что давать? No, like, да нет, я их вроде как подбадриваю. Что-то еще может быть есть? Положить планшет для рисования. Как с ним играть? Берешь и рисуешь. Like вот так. Cool. Круто. Использовать планшет для рисования, рисовать по памяти, нарисовать что-то новое. Давай по памяти попробуем. Интересно, что она нарисует. Это кто? Это Эй-Джей? Давай еще что-нибудь нарисуем по памяти. Что это? Это тоже Эй-Джей? Блин, прикол. Ну-ка, если нарисовать что-нибудь по-новое. А, сбить с ног? Убить? Что это значит? А, я уже рисую, что ли? Блин. Я даже не знаю, что нарисовать. Так, вроде получилось. Интересно, кто-нибудь угадает, что здесь написано? Попробуй, угадай. Эй, куда? Блин, я столько старался зря. Ну давай что-нибудь нарисуем по памяти и пойдем дальше. Powers,
Что? Powers crash? Блин, непонятно. Ну ладно, пускай будет. Хоть что-то. Жалко, Эй-Джея теперь не вернуть. Так, здесь у нас ничего нового не появилось. Давай поговорим с Эй-Джеем. Hey, ого. Эй, у тебя получается все лучше. Скоро научишься рисовать не хуже, чем ты. Ну, не знаю. Он очень круто рисует. Если долго стараться, научишься. Что-то случилось? Эй-Джей? Я пока рисовал, думал кое о чем. И о чем? Есть три вида глаз, Клим. Правда? Глаза живых людей. У нас такие. Глаза монстров, мутные, водянистые. Хотя иногда они у них совсем высохшие. И глаза живых людей перед смертью. Как когда ты убила Абеля. Мне показалось, будто ты погасила искру в его глазах. Он был злодеем. Знаю, не стоит о нем горевать. Я тоже его ненавидел. С тобой все в порядке, ты хороший, Эй-Джей. Вот что, Эй-Джей, в твоих чувствах нет ничего необычного. Ты просто хороший мальчик. Я хороший? I wish what we did felt good. Буду радоваться тому, что мы сделали. Part of me wants to like it. Так этого хочется. I'm getting real smart. Я становлюсь по-настоящему умным. Is that right? Вот как? Yes. Да. Because I'm always thinking. Потому что постоянно думаю. Okay. What are you thinking about? О чем ты сейчас думаешь? Right now. You getting bit? Как тебя укусят? Как ты превратишься в монстра? Oh. Yeah. Прикольно. Ага. Чем я старше, тем чаще об этом думаю. Не знаю почему. И что потом? Этого не будет. Откуда ты знаешь? Не знаю, но в ближайшее время это не произойдет. И этого ты тоже не знаешь. Ты просто храбришься ради меня. Клементина столько выживала, ты чё? У меня от этого желудок болит. Вот и сейчас пронесет. Эй-Джей, я хочу, чтобы ты помнил наш тот разговор о том, что нужно сделать в таком случае. Послушай меня. Если меня укусят ты... Блин, даже не знаю. Убежишь или застрелишь? Давай убежишь, как она сли поступила. Убежишь как можно. Нет. Нет, не буду. Эй-Джей, ты обещал. Мне все равно. Я тебя не брошу. В смысле не бросишь? Если тебя укусят, укуси меня. Эй-Джей, ты с ума зашел? Чего? Ты же не всерьез. Я не хочу остаться один. Пожалуйста, не сердись. Я не смогу жить без тебя, Клем. Давай, Эй-Джей, ты сильнее. Тебе придется жить без меня. Элвин, младший, ты не должен так говорить, сам знаешь. Ты для этого слишком сильный и храбрый. Мне кажется, это не про меня. Еще как про тебя. Про тебя, ясно? И вообще, с чего ты начал этот разговор? Эй-Джей, слово надо держать. Знаю. Ты еще не закончил, да? Джеймс сказал... Похоже, нет. Что если ты станешь монстром, часть тебя все равно останется. Но внутри. Если тебя укусят, а ты потом укусишь меня, мы останемся вместе. Просто это будет немного другое вместе. Мы не знаем, правда это или нет. Допустим, Джеймс прав. В монстре остается только часть того человека, кем он был раньше. Но дело в том, что это никак не доказать. А раз доказать нельзя, то и полагаться на это тоже. Можно мне в патруль ненадолго? Перед вечеринкой? Конечно, давай, будь осторожен. Воу. Куда он так ломанулся? Что с Эй-Джеем? Ему надо побыть одному. Давай поговорим сегодня о Минни. Yeah, sure. Да, конечно, что случилось? What's
Понимаешь, когда я увидела Мини, мне показалось, что я должна испугаться, но не испугалась. Та девчонка в лесу, это была не Мини, это не она. Ее манера речи, то, как она себя вела, как говорила о Софии и о Лили, нет. Ты имеешь в виду, она изменилась? Я, наверное, запуталась. Мы можем спасти Мини. Если вернуть ее обратно, мы бы... Ты видела, как она себя повела при появлении Лили? Теперь они ее семья, а мы нет. Мини, настоящая Мини, умерла. Все это время она была мертва, и мне пора прекращать лить по ней слезы. Я не позволю ей забрать тебя или Эджи, или еще кого-то, кто мне дорог. Луис знает, что лучше не геройствовать. Yeah, да уж, блин, надеюсь. You know, when I first got Знаешь, когда я впервые здесь очутилась, я его возненавидела. Его было много. Ну, знаешь, ходит он такой в комнату и типа, посмотрите, какой я весь из себя. Глупо, сил нет. А потом я вдруг поняла, что он по-настоящему заботится о других и может заявить об этом во весь голос. Он может каждый день рассказывать, как долго ты для него значишь. Блин, да он об этом, наверное, каждый день хотел. А, петь об этом готов. Особенно если уже есть известная песня с твоим именем. Мы должны вернуть его. Вернем Луиса, Амара, Асима, всех вернем. Я вот что тебе сделала. Что там? Значок подружки? Взять кнопка. Апельсин? Клементин? Серьезно? А что, прямо как значок с именем? И на куртке будет неплохо смотреться. Что значит Клементайн? Апельсин? Знак дружбы. А у тебя есть знак дружбы? Эй, Клем! Привет, Клем. А, эй, Клем, блин. Че, не поймала, что ли? Ух ты, где ты нашел этот мяч? Where did you find a beach ball? It was in some garbage. Он был в куче мусора позади одного из общежитий. Пришлось его надуть. Было противно, зато теперь он прыгает. Это неплохо. Мне пора. Руби наверняка нужна помощь. Блин, эй, Джей, они почти поцеловались. Ты что творишь? Он даже не в курсе. It's cool, right? Он классный, Super правда? Cool. Super cool. Теперь мне. Бросить мяч обратно. Да давай просто бросим. Он даже поймать не может. Руки-крюки. Hey. Эй! Ну давай поиграем. Чё нам еще заняться? Чем? Перед спасением друзей. Что, обнимашки? Что за проявление любви вдруг внезапное? Только что был умный парень. Я тебя люблю, Клем. Я тоже тебя люблю, малыш. А тут балбесом прикидывается. Ладно, пошли, что ли? Похоже, нас ждут в музыкальной комнате. Хорошо. Это единственное, чем вы решили украсить вечеринку? Ну а чем все это обернется, мы узнаем в следующей серии. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. И поддержи меня лайком. Ну и всем пока.